Я не верил ему. В такое нельзя поверить. Но Хан не обманул меня. Эта странная река вернула меня в прошлое. В миг, когда я послал сигнал и уничтожил всех черных. А потом вышвырнула меня в место, где я могу найти единственного живого из них. Беспомощного и безобидного детеныша. Хан назвал его последним ангелом. Чувствую, что будет весело. Поезд должен быть где-то рядом. Я это чувствую. Ты слышишь? Это он! Мы не ошиблись! Скорее, догоняем! Красные!
Мама! 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 Артём, мальчик мой, какой ты большой стал. Мама, мне страшно. Не бойся, ничего не бойся, мой милый. Мама, не уходи. Я совсем один. Теперь ты не один. Теперь ты первый. Мы помнили тебя и ждали. Мы могли помнить мысли всех наших. А ты всех убил. Теперь я один. Конечно, я не смог убить его. И пока я сам жив, пока бьется мое сердце, я буду его защищать. Хан говорит, мы как-то сможем использовать его, чтобы остановить войну. Да, он способен творить чудеса, но я не хочу его использовать. Его война кончилась, когда я навел ракеты на его дом, на его семью. Вверх! Воздух! Вверх! Черный! Вверх! Тут хорошо. Вокруг сияние. Внизу трудно дышать. Плохо жить. Ты меня отпускаешь? Ты меняешься. Я буду идти там, где сияние, но рядом с тобой. Я помогу видеть. Не понимают, как ты видишь. Боятся. Устал.
Ты и другие люди сильные. Вы можете убить всех. Я пойду с тобой. Ты знаешь, нужное мне. Пока не могу понять. Что-то важное. Здесь много голодных. Считают тебя пищей. Вы все носите вещи. Я тоже хочу, как ты. Thank you.
слышу. Смотри, я как ты, с вещами. Дома? Какие высокие. Вы сделали город? Какой огромный. А почему теперь ваши внизу? Почему так мало? Вы убили всех. Своих. Странно. Глупо. Зло. Какие бы планы относительно него я ни строил, маленький черный повсюду следует за мной. Будто я никогда не хотел его смерти. Будто нас связала судьба. Пора идти. Так сказать, фраза для всех. Ты не видишь их, да? Вы не умеете видеть? Красные, злые. Фраза для всех поклонников Ведьмака. Предназначение. О, бутылочка.
будет странновато. Крылатые красные, сильные. Смотри, их много. Вздрогнул. Неожиданности. Прибежит.
на рабочем месте помер. Солнышко было. Солнышко уже зашло. Недавно солнышко светило. Хватит по мне пускать свой метод. Колебали эти гадости. Ох, чувствую, сейчас будет весело. Или не очень. Yeah.
Извините, я тут этот телефон. Эй, ты дрожишь? Вот скотина. Я уведу его. Он большой, но глупый. Крылатые очень быстрые. Устал. Но я работаю. Да уж. Боюсь, больше никто этой переправы не пройдет. Иногда вижу дверь. Тебя зовут из-за двери. Почему? Сейчас, погоди, глянь, что там вот вместе. Здесь. Ничего особенного. Меня зовут, говоришь? Интересно, что это означает. Мы идем в полис. Вместе. И будь что будет. Малыш не захотел уходить. Что-то держит его рядом. Пока не могу понять, что. Впрочем, я этому обстоятельству рад. Он помогает мне. Ну, на этом серию пока заканчиваю. По времени у меня, которая засекает. В общем, смотрите следующий.